Раньше я работал на стройке. Самым приколдесным было то, что я там был единственный не из Кавказа. Но это никак никому не мешало. Я просто нихуя не понимал, что они говорят. И это стало поводом для нескольких смешных и не очень историй. Расскажу одну из них. Как-то раз я нес 1 миллиард кирпичей на спине, чтобы из них сделать дверь. В мешке была дырка, о которой я не знал, и один кирпич выпал из мешка. Но он не упал, так как мой коллега-таджик произнес заклинание, и кирпич полетел прямо ему в руку. Может, это было и не заклинание, но это звучало именно так. Ля, мага, куда ты падаешь? В рука мой, делайся быстро! После этого я спросил у того мужика, нахуя мы таскаем кирпичи в руках, если они могут своими джедайскими суперспособностями соблазнять их и заставлять лететь прямо в руки. Он что-то ответил, но я опять нихуя не понял. Видимо, это очень редкий дар. Жаль, ведь я был бы не прочь силой мысли притягивать пенисы в свой зад. Порой к нам на стройку забегали зумеры. Я не ебу, что им там понравилось, но, видимо, пиздить кирпичи было для них забавой. У нас работал один большой русский парень по имени Михаил. Он им один раз такую трепку задал, поймал всех троих, хотя руки у него две, и сказал: «Ты дрозня гнилая, я вам в жопы запихаю все кирпичи, которые вы напиздили, а когда там закончится место, я буду их сувать в рот». Вы нахуй все поняла? Самый главный, а значит и самый противный и вонючий нефор осмелился ему что-то ответить. Вдалуй, Пшлукшевц, это был пранк, старикан. Социальный эксперимент. Посмотри наверх, там скрытая камера. Ты меня наебать хочешь, сын Ануса? Кирпичи вытаскивайте из карманов. Они все уже в жопе. Тот здоровяк проверил попку каждого из них и ничего не нашел. Мне даже показалось, что он этим расстроен. Ты с какого хуя меня наебываешь? Так нет, я не договорил. Кирпичи не в нашей жопе, а в твоей.